Всем привет, меня зовут Митя Фомин, и я нахожусь на самом большом и самом мощном атомном ледоколе 50 лет Победы, который, конечно, принадлежит Российской Федерации. Я стою на нем, он за мной, и находимся мы в Арктике. Этой весной мы провели неделю в открытом море на борту настоящего атомного ледокола и сняли фантастические кадры для моего нового клипа «На вершине мира». А вместе с ними еще гигабайты материала о том, как устроена жизнь в Арктике. Подпишитесь на мой канал, чтобы не пропустить ни одной серии нашего незабываемого путешествия. Чего ты взял, что тут только 100 метров? Не знаю, тут может быть и 500. А, кстати, какая интересная длина? Мы находимся на одной из палуб этого многопалубного ледокола. И в самое ближайшее время мы зайдем внутрь, чтобы показать вам вообще, как устроен быт. Я вас приглашаю. Вы не поверите? И это настоящий лифт, который курсирует между четырьмя этажами жилой палубы. Мы живем на офицерском этаже. Прошу в мою каюту. Как полагается, начальник экспедиции, комната номер 8. Прошу. Начальника! Привет! Около недели я проживал в этом уютном номере. Здесь стояло 3 чемодана, полные костюмов, полные теплые одежды, полные необходимых вещей. Все спрашивают, что обычно лежит у артистов в чемодане. Один мальчик захотел поменять себе пол и перестал быть мальчиком. Господа знатоки, внимание, вопрос. Что в черном ящике? Смотрите, это зимняя обувь, это мое спортивное питание. Естественно, пил протеин, чтобы поддерживать себя в необходимой спортивной форме. Фляжечка для термоса, который был со мной на съемках. Почему? Потому что хочется пить и хочется согреваться. А что, так можно было, что ли? Телевизор, который, между прочим, кажет все самые необходимые программы. Белый медведь, которого мы, к сожалению, не увидели, но хотя все говорят, что это очень любопытное животное, бесстрашное. Такой у меня фантастический вид, посмотрите. Свежий арктический воздух. Спалось очень хорошо, потому что такая небольшая качка, вибрация. У меня тут был рабочий стол. Мы тут, у нас были встречи. В каждом номере стоит телефон. Практически на каждой стенке висят такие вот автоматы, и ты можешь позвонить, ну, куда тебе заблагорассудится. Это очень удобно. Мы звоним Кириллу. Как бы этот паршивец снял трубку. Снял. Радиостанция, холодильник на специальных ножках, чтобы, не дай бог, он не свалился во время качки. Ужин я не ел, я забирал ужин в номер и утром радостно его поглощал. Что я ел вместо ужина? Шоколадные батончики, которые закончились у меня. Они не шоколадные, они протеиновые, со вкусом шоколадок. Пропил курс лекарств гепатопротектор. Странно какой-то. Больной! Здесь, кстати, было ни капли алкоголя, он здесь не продается и вообще в принципе запрещен. Хочется пить и хочется согреваться. Честно сказать, не хочется комментировать эту ситуацию. Вот такие вот удобные шкафы. Все прячется за замочные магниты, чтобы, не дай бог, во время там качки или чего-то не вывалилось. Прошу в опочивальню. Мягкая кровать. Тут у меня висели костюмы для клипа, который мы использовали, который подобрала стилист Лидия Кордава. Спал я все время нагишом. Ну нахер. Отец! Ну ты видел? Видел? Я говорю, что очень-очень тепло на ледоколе. Санузел у меня выглядел вот таким образом. Удобство и все, что нужно для нормальной санитарной жизни. Все. Я точно знаю, all alone, alone, давай оставим, и пусть придут холода, а мы перезимуем. Когда мы здесь оказались, мы поняли, какие возможности действительно у этой машины, какие возможности у этой чудо-машины, потому что охватывает гордость, охватывает чувство какого-то благоговения перед этой мощью. Где бы ты ни оказывался на ледоколе, ты чувствуешь себя в безопасности, ты чувствуешь, что каждый микрон этого судна, он продуман до мелочей.
Это машина, которая живет и дышит. Мы не идем в лифт, мы спускаемся по длинной, очень красивой лестнице. Прошу обратить внимание на пролет, и насколько большая, глубокая, высокая палуба. Спускаемся по трапу, по этому знаменитому трапу, который будет фигурировать и в моем видеоклипе тоже. Множество табличек на английском и китайском языках. Летом этот мощный ледокол превращается в прогулочный круизный лайнер. И очень много туристов и путешественников со всего мира. Можно сделать массаж, постричься, можно купить сувениры. В какой-то момент несколько палуб превращается просто в отель. Идемте теперь вот эта вот лаунж-зона, в которой у нас периодически проходили наши заседания. Обед, конечно, ребят, ура! Отсюда открывается прекрасный вид на нос корабля. Летом за этими шторами бар. И после ужина все желающие остаются здесь до утра. Ну привет, как дела? Скажу я просто тому парню, что в зеркале в полный рост. Именно на нашем этаже проживает капитан. Олег Михайлович согласился показать свой кабинет заседаний. Вы увидите, кто там был, что там происходило и какие награды получил ледокол за время своего существования. Пойдемте. И надо их задавать.